Че, пошли следующее доп. Задание? Этот танк тебе. О, это танк. Бери танк. Побежали. Боеприпас, пистолет. Боеприпас, сэппайн. Не хватает. Блин. Так, еще одно. Так, еще он тут цапнем. А я тут синие шарики собираю, а ты... Что же говоришь потом? Ну, поехали. О, тут лазер есть. Да. Который не перегревает. Кстати, да. Есть серебро. Ты там как-то по заданию идешь или просто все крушишь? Иду потихоньку. Что-то пытаюсь. Я тоже. Куда ты? Умри! Дай! Сдохни, тостер, сдохни. Ну, привет, Карн. Здравствуй. Ну, готово. О, вертушки. Вертушка, это выгодно. Да, а вот золото. Танки всегда были самым приятным моментом. Мягко говоря. У меня комбо там уже 200. Я комбо, блин, набиваю, просто сталью стреляю. Так, сейчас будет улучшение. Получается, мы получили сейчас максимальную награду, да? Ну да, за золото максимальная награда. Так, святые близнецы. Поздравляю, святой. Улучшение, улучшение. Пистолеты, пулеметический дробовик. Не, сначала бонус прокачаем. Мусорщик. Обмен. Нет, это сейчас деньги отдашь, тебе дают опыт. Ну, пока нафиг. Бонус передачи денег. Хорошо, бонус очков тоже надо будет сделать. Пока... О, силы, 3. Спринт, бег по стенам. Ага, спринт, скорость 2, понятно. Прыжок что дает? Планирование, эффективность, парирование... А, парение меньше расходится выносливость. 10 всего стоит. По-моему, у меня 9 штук есть. Собрать имеет смысл. Да. Сила. О, деньги пришли. Да? И сколько там, 200 баксов? 3500. Да ладно, ничего себе, так много. Тик. Так, мне сейчас, чтобы все до конца прокатить. Из суперспособностей надо 15, 20, 35. Короче, до хрена. Да. Не знаю, как у тебя, у меня только два блока данных. Окей, 3. О! Мне 5. Я статую Дзиньяка нашел. Что он дает? Все задание выполнено. Ее надо сломать. Их надо ломать. За это даются, по-моему, денежные и опытные бонусы. Ой.
А-а-а. Ну сейчас надо не якуса получить опыт и наличку. Да. Так. А что это ты взял? Твоя любимая. Танки? Танки? Нет. Инвалидность? А, побежали? Не, да. Так, блин, да или нет? А-а-а-а. Ну давай, пухляш. Помчались, чё. Я смотрю, у тебя... Ты прям это рвешься вперед, да? Давай, да. Ты чё? Ты меня сбил. Я? Ты? Как? Ну... Взял... Ты меня уронил. Как тебе не стыдно? О, я не по той дороге побежал. Как это нехорошо. Ну ладно, главное, чтобы ты первый примчался. То есть, по-моему, не важно же, кто там. По-моему, да. По-моему, да, вот именно то, что. Блин, я только кнопку нажал. Нафиг ты прыгаешь? Кто, я или ты? Мой персонаж. Бывает. В смысле серебро? Ничуть не хочу. Хотим чуть-чуть. Еще раз сделаем? Подзол, честно. Ну да. Перезапуск тут есть, насколько я помню. По-моему. Ничего, посмотрим. Или нет? Тут вроде есть возможность... А, нет. Ну, давай, бери тогда еще раз. Короче, не надо рядом бежать. Ты меня уронил в какой-то момент. Это, честно, я не пытался. Понятно, что мы просто рядом бежим. Ага. И ты меня почему-то догоняешь. А что, не должен догонять? Ну вот сейчас норм. А теперь я тебя почему-то догоняю. А, я не взял зеленое дно. Ты не взял зеленое дно? Ага. Как ты мог? Оно тебя так ждало. Так ждала меня, так ждал. Опс. Минус два, чё? Извиняюсь. Я в красную вляпался. К сожалению, я влип. Я попал. Вот пушки вообще не мать. Угу. Да я тоже, знаешь. Бегать-то я бегаю, хорошо. Отпушки не мое вообще. Есть. Есть. Я успел. Да я вроде тоже. Фух. Хорошо. Красота. Ну, еще 7000. Красота. Красотенечко. Два, два пухляша делают всех. На личность. 1000 баксов. Обосраться. Так, бонус. Бонус к скорости денег. У вас достаточно средств. Можно 300 баксов на бонус очки опыта. Угу. После удаления симуляции появляется вдвое больше запасов оружия. Ладно, черт, не знаю, что это такое, пусть будет. Да я его тоже взял. Скорость передачи денег, а вот это я не взял, к сожалению. Наличка. Так, давай немножко эти пособираем, синявки. Синявочки. Ну давай.
Мне там есть что прокачивать. Они, в принципе, не обязательны, эти синие штуки. О, коллекционный предмет, который вы пропустили. Чуть ты там нашел такое? Не знаю. Мне сказали, что тебе удалось найти какой-то предмет, который я пропустил. Ну, прикольно. А ты что-то находил сейчас? Нет. А может, он блоки данные имеет в виду? Может быть. Тебе вот, когда я нахожу, что-нибудь пишут такое? Вот сейчас вот я найду блок данных. Ну, типа, он... Вот сейчас, вот. Нет. Да, это он блоки данных это имеет в виду. Но... Ой, да ко мне тут этот мордобойчик с тварями. Или нет? А где твари? Твари. Большой блок данных получить. В сфере которой. Пока не можешь. Надо способность открыть телекинез, по-моему, если я ничего не путаю. Те, которые выглядят как сферы, это телекинез. Те, которые в землю вот втоптаны, это, соответственно, этот землетрясение, топотун. И какие-то еще есть. Их как... Они из стен как-то добываются. Уже не помню. Там тоже какой-то заряд. Короче, это потом. 31. 32. У тебя как, хватает уже? 36. У меня 35. 37. Ну, мне, по-моему, на прокат... Надо 36. Полтинник. Полтинник сделал, ценник. А тебе полтинник? Мне столько не надо. Скорость 2. Берем. Бег по стенам. Нет, я, в общем, говорю, полтинник сделал, чтобы потом не париться. Да, они потом, по-моему, там по 70 сейчас вообще стоить будут. Сейчас вот 10 штучек осталось. Но... Ну... Я, по крайней мере, актуальные сделал. Сейчас вот, которые мне нужны были. Спринтер 15. По крайней мере... Бег по стенам. Скорость спринт 2. Поздравляю, пухляш. Ты теперь спринтер. Спринт у меня все. Прыжки у меня все. У меня, по-моему, тоже. Я сейчас так чисто добываю тут. Как говорится. Все, что валяется. Че, пошли по заданию? У меня 11 блоков данных дополнительных есть. Так, задание. А, изучить правила. Окей. Научиться наносить урон пришельцам. А че, учиться-то мы уже его нанесли, мое почтение. А, ты знаю. Да я тоже помню. Все-таки жалко, что они дальше не стали делать игру. Но... Уж могли бы что-нибудь веселенькое придумать. Да, уже все вытащили, что могли просто. Ну, блин, другой город, персонажей добавить. Че уж прям. Ох, зря я, что ли, прокачивал спринт. Опа. Надо еще в нос тут скачать, вообще не хватает. А ее, по-моему, пока ты бесконечно не сделаешь, ее всегда не будет хватать. Ох, я ломаю один генератор. Беги сразу к следующему. У меня 30 метров еще. Один сломан. О, достижение. А они больно дерутся. Дом, ты меня прикроешь. Да я сам тут как бы немножко того. Сам в этот момент давил чувака. А, готов. Теперь нужно ломать основу. Тут еще один тусуется. Или он внизу? Так, я лечиться-то буду, алё. С трупов подбирай хилки вообще-то. А чё, своего лечения нету? Нет. Печально.
Сломаешь? Я прикрываю. Да не. Да, отработаю их по полной. Что ты так орешь? О, это ж этот. Нам салям алейкум. По-моему, нам сейчас оторвут все, что отрывается. Ой. Высохляй. Эмма ее встанет. Где он? На крыше, он прыгает. Странный чувак. Да. Да очень простой, если в голову стрелять. Урон мало? Нет, вообще нормально, если в голову. Не, ну в голову, да, но все равно мало. Пока еще урон маловат, я имею в виду. Все-таки. Ага. Ты что ли убьешь? Давай. Да. О, залетел, красавчик. Давай, давай, давай. ВВВА, что там? Просто я. Да. Браво! Знаешь, на кого голос похож? На этого, из Короля Льва. А, Шерхан, как его? О, взрыв. Да. Не Шерхан, господи. Брат его. Шрам. Ты из Мордора. Браво. А вот и сверхспособность. А как ее выбрать? Ку. А, нет, подожди, F1. А, ну F1, ладно, использовать Q, насколько я помню. А ничего, то, что я на Q общаюсь с тобой. Ну, это проблема. Короче, теперь нам будет немножко срочная пауза. Ну да. Срочная пауза. Сменить управление. Или чё? Да. Раз, два, три. Слышь. Главное... О, ты зачем самолет уронил? Я случайно. Ну и что это такое? Мне двигаться дадут, нет? Вот-вот. Разорвали. Теперь мы можем вышибать спрятанные пакеты из стен. Смена управления. Опять? Немножко не там поменял. Тоже бывает. Блин, теперь еще блоки нужно, чтобы это снаряды прокачивать. Ой, все. Да, именно так. Сплошной гринд. А где это? А чёрт его знает. Общее. Ищите, Шура, тут ищите. Пешком. А вот используют силу. Помогите Карну путешественнику разыскать кнопку. Жулик, не воруй. Вон в эту, на стенке. Готово. Опа, три силы. Так, значит, теперь у нас... А, ну теперь побег, понятно. А что у нас с силами? Ну да, супер прыжок. Рефлексы ниндзя здоровья. А-а. Кстати, тема. Я возьму. Восстановление здоровья еще одно. И взрыв. Элементы. Ну понятно, тут пока нет ничего. Улучшение. Ого.
10-10. Короче, двадцаточка нужна. Наличность пришла, кстати. Отлично. Нужно 20 этих синих шариков. Срочно. Точнее, 14. Или 13. В смысле, элемент еще можно выбрать? Огонь за... А-а-а. Пока еще нет, но потом будет прикольно, насколько... Эй, 3, твою мимо промахнулся. Есть еще один. Да. Будь у меня такие способности, я бы, может, и не женился никогда. А я и так никогда не женюсь. А, еще в прыжке улучшения появились? Да. Рефлексы не для здоровья. Ну, она как-то восстанавливает. Учитывая, что тут с восстановлением здоровья у нас... Ну, они довольно сильно бьют, если честно. Да не сказал бы. Ну, блин. Ты кто там кричал, что спасите меня? Так я просто стоял, этот бил. А, ты про это. Ладно, отмазка защитна. Это мой блок данных, ты... Я его первый нашел. Так. Еще один. Еще один. Я думал до тридцаточки довести. Чтоб потом было поменьше. 25. Так, ниндзя есть сейчас. С пушком вся прокатит. С бегом все прокач. Опа. Со льдом мне осталось только двадцатка. Да, вот я сейчас как раз ее собираю. А ты ее не прокачивал, что ли? То есть тебе еще 20? Второй уровень. А. Второй уровень. Вон оно что. Там еще и второй уровень есть. То есть не зря я тут блоки дополнительные собираю. Какая прелесть. Ну, значит, не зря я тут как сумасшедший чебурашка по крышам прыгаю. Хотя, при чем тут чебурашка? Сам не знаю. Ну, с другой стороны, сумасшедший. О, ровно двадцатка. Все, максимум все прокачан. Аналогично. Так, силы. Сейчас, минутку. Взрыв. Улучшение. Область действия. Бдыщ. Заряд, перезарядка, бдыщ. Заряд, перезарядка, два бдыщ. Все по нулям. Качать больше нечего. Улучшение. Бонус, курс передачи денег. Да блин, опять не хватает. У меня бабок 400 баксов. О, у меня тут драка. Подожди, я тоже хочу его стукнуть. Хрен попадешь. Есть. Нам еще блин оружие прокачивать надо, ядрить его в корень. Ага. Так, что пошли? Пока левар-левар топчик, норм. Пока, да. Что, пошли по заданию? Дотка тут, блин, поблизости красная. Что это? Что хочешь? Вот что это, где я? А где ты? Что-то с Машей машина какая-то нарисована. Сбор вируса. Давай, врубай, что. Посмотрим. Или потом, уже? Или... А что? Вам нужно отправиться в указанное место, угадай, как... А это чисто твоя тема. Я не могу ее взять. То есть мне сказали, что мой партнер, типа, направился на эту точку. Давай тогда я пока эти блоки пособираю. Ага. Угнать транспорт. Пока что блоки пособираю, пока ты с этим транспортом возишься. Там. Так. О, да блин. All right, all right.
Еще. Да блин. Да блин! Еще трешечка. Так, сюда. Да ядрить-то в корень. Так, где еще? Давайте сюда. Так, теперь... Давай. Ой, ты-то есть. Хорошо, еще один. Есть. О, а что транспорт? Что он на копа ходит? Копы? Нет, пока хрень захватил. Чё, как у тебя дела? Да я не могу понять, мне хп мало, я ничего не вижу особо. Это плохо. Ну, меня тут ещё охоту ведут. Ну, придется тебе... Взял задание. Страдай. Тебе помочь или как? Я бы попробовал, конечно же, доехал. Я тут, в принципе, весьма эффективно. Есть. Уже 20 блоков данных насобирал. Тебе засчитали? Нет, это твое чисто задание. Транспорт кибернетически разблокирован. Это чисто вот твое... Вот это задание. А, волна? О, иди ко мне. Иди ко мне. Иду, иду. Несусь. Несусь. Иду, 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 иду. Дженкинс атакует. Сколько там надо их победить, ты уже забыл. Бомб в левом углу. 60. А. Блин, да ты-то откуда взялся? А чё со спины откуда-то приходит, сволочь? Приятно. У этих тварей хорошо, что у них бошки здоровые. Попадать легко. Касфера стала. Касфера. Он тебя не появляет. Нет, на меня со спины именно заходили постоянно. Я, видимо, слишком близко к этой сфере подходил. Десятка осталось, по-моему, да? Три. Один. Готово. Ну что, пошли побегаем. Вон тут неподалеку забег есть. Да. Наши патроны будет купить потом. А что, вообще кончились? У меня еще 150, по-моему. Ну да, да, это мало, согласен. Помчались. Там распродажа мяса. Да, сало. Так. Эх, сало. Я бы сейчас шпига навернул бы с удовольствием. Не. Я люблю. А мне нравится. Ну вот, ешь его. Я его и ем. Ну, когда он есть, конечно. Потому что есть его, когда... Я бы сейчас бы кильку. Кого?
Кильку в томатах хочу. Угу. С чили или просто кильку? Килька в томате. Нет, это понятно, но есть килька в томатном соусе с перцем чили. А есть просто килька в томатном соусе? Можно, кстати, да. Не, на самом деле было вкусно, я люблю острое. Есть. Слышно? Я повелитель мира.